Как говорил барашек Смешариков, настроение сложная штука. То оно есть, то его нет. Сегодня узнаем, есть ли оно у казанцев, как у них дела и что их беспокоит. Как у вас дела? Отлично. Меня грыжа мучает, поясница. Как ты ее получил? Ну, там, было дело, трактор тягали. Все вместе? Не-не-не, я один. Ничего не беспокоит. Сейчас вот детей не могу найти. Не беспокоит? Нет, они в зеркальном лабиринте, наверное, выйдут. Сегодня отличный день, меня ничего не беспокоит. Солнышко светит, на улице немного морозное, но в целом все отлично. Скоро ЕГЭ. Вот этим мы живем. Мы живем на надежде. Ну, отличное настроение, дела шикарные. Мы приехали из Санкт-Петербурга. Все чудесно. Чем живете? Просто живу. Болею. Чем болеете? Гипсколиоз. Выздоравливайте. Спасибо. Отличное настроение, все хорошо, юбилей, Казань нравится. А у меня юбилей еще. Поздравляю. Юбилей 65 лет. Мы ходили в ресторан, гуляли здесь, и вообще все классно. Очень болит, да, голова. Очень. Мучает похмелье. Аспирин не помогает? Не помогает. Вообще. Хорошее, нормально. Ничего не беспокоит? Ну, болячки они у всех есть и всегда есть. На них меньше обращаю внимания. Что ж, можно смело сказать, что несмотря на наступающие холода и жизненные трудности, у казанцев все отлично. А как у вас дела, пишите в комментариях. Это был соцвопрос с Ильей Гизатова, Алия Кульбарисова. Всем пока!